Председатель общественного совета при управлении Росреестра по Дагестану Гусейн Магомедов провел прием жителей Буйнакска и Буйнакского района по вопросам в сфере недвижимости. В основном говорили о регистрации прав на недвижимость, внесении изменений в основные характеристики объекта, например, при проведении перепланировки или при смене вида разрешенного использования земли, постановке жилого дома или земельного участка на кадастровый учет, о разработке документации по планировке территории в отношении ведения садоводства и огородничества. На вопросы отвечал руководитель регистрационной палаты республики Гаджи Мухудинов. Все обратившиеся получили ответы на свои вопросы.